В Видном прошел семинар по технологии получения государственных субсидий и грантов, направленных на поддержку и реализацию научных, медицинских, социальных, образовательных или художественных проектов. В мероприятии приняли участие предприниматели, представители муниципальных учреждений культуры и некоммерческих организаций. Своим опытом с собравшимися делилась член экспертного совета Комитета Государственной Думы по молодежной политике Луиза Гагарина. Прежде всего, она рассказала о собственном опыте получения различных грантов и субсидий. За более чем 20-летнюю деятельность она реализовала десятки различных социальных и культурных проектов. Все мои проекты, они открыты. Открыты и для вас, и для нас в том числе. Потому что у вас свои возможности. Я поговорила с вашими коллегами, с некоторыми, и поняла, что вы, наверное, самые перспективные. В настоящий момент в России действуют несколько государственных и частных фондов, которые финансируют различные общественно значимые инициативы. Но получить в них гранты и субсидии – дело довольно трудоемкое, требующее определенных знаний. Главная ценность этого семинара – возможность получить совет грамотного специалиста. Мы хотели бы услышать вот в настоящий момент, что можно СП придумать, потому что мы никогда не пользовались государственными деньгами. Фонд культурных инициатив. Открываете кабинет, регистрируетесь и изучаете сайт, что там есть. И открываете, смотрите проекты. Мероприятие было организовано Ленинским отделением Торгово-промышленной палаты Московской области и проводилось при поддержке администрации округа.